Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забрал ежедневные награды. Захожу в магазин. Открываем бесплатную колоду. Так, 5 долларов нам выпадает. Отлично. Так, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся по серии испытаний. Начнем вот отсюда. Возьму Ваньку, Макмана, Армагона, Бакстера и Леонардо. И в конце концов надо все-таки захилять нам и Бакстера, и Леонардо, потому что у них здоровье уже все-таки потрепанное, как ни крути. Ну что, супостатики, стоите, ждете меня? А ну-ка, влопим валуном всем. На, отлично, один минус. Все, хиляемся, наконец-то я успел, ребята, сделать то, что о чем давно говорил. И ураганчик, я думаю, добьет их всех. Упс, я забыл, что у Леонардо отложенная смерть. Все, друзья мои, мы здесь победили и, соответственно, забираем награду за выполненное вот это вот задание. Так, давай загрузка. Быстрее, 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 быстрее. Надо спешить. Так, ну что, теперь поднять уровень персонажа. Ну и, соответственно, там у нас еще поиски. Поиски у нас, конечно же, продолжаются на Крэнга. Мы не нашли вот этих номеров. 10 штук нам нужно. Раз. Два. Так, три. Три номера, это уже отлично. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 10, да, нужно? 8. 9. И последний. Я говорю, последний. Все. 10-й автомобильный номер нам выпал, друзья. И мы прокачиваем до 4-й ступени. Ох, ёк-макарёк, тут и комиксов нет, и бинокли, и кружки, и слизезащитные очки, аж 5 штук. Да, практически все нужно искать. И поднять уровень персонажа, но уровень персонажа, если только самого-самого слабенького. Например, Бибоп Классика. Да, 56-й уровень он у меня зарабатывает. Прекрасно, забираем здесь все оставшиеся наши награды. Друзья мои, ну что, сегодня у нас вторник. Получается, как бы опять мини-буст 100%. Кстати, надо посмотреть, куда нас сбросили. Лига Сёгунов, одна звезда, ранг 44. Сразу же приступаем к мини-бусту. Можно его так смело назвать, потому что, ребят, вчера у нас был полноценный, причем неплохой буст, насколько ты помнишь, да? Сегодня мы продолжаем, нас уже скинуть успели. Но я думаю, мы и в этот раз не подкачаем. Так, видишь, уровень 58-41. Есть, конечно, пасочка небольшая, но я думаю, что все-таки мы справимся. С нами сила, с нами кожеголовый, так что мы должны здесь разобраться с ними. Давай-ка попробуем. Вначале Маузер, естественно, начинает бить своим лучом. Кстати, ребят, спасибо большое за поздравления. Я, правда, не знаю, откуда вы догадались, что моему каналу 6 лет. Где вы это прочитали? А, может быть, вы все-таки по самому первому загруженному видику, да, определили. Но все равно, ребят, спасибо огромное. Надеюсь, и дальше буду продолжать вас радовать своими видосиками. Так, ну что, давай, наверное, мы тут хлопнем кого? В принципе, мне как бы Слэш не особо нравится. Он довольно сильный и противный противник. Поэтому надо как-то вот его ать, еще и к тому же живучий, как мы видим. Ну-ка, рук, кстати, подобьешь его? Замечательно, замечательно. Постепенный урон здесь висит, так что я думаю, бомбанем, наверное, сюда. Для начала. Хлоп. И сплинтера роняем. Да ладно. Это, блин, ну понятно. Слишком слабенький у нас был постепенный урон. Он, в принципе, ему даже не нанес урона. Вот так вот. Ладно. Главное, что победили. Но все равно с натяжкой, да? Очень тяжелые бои. Так, сегодня надо бы добраться до Лиги Мастеров. Я не знаю, может быть, 2 звездочки как-то попытаться. Было бы очень круто и шикарно. Ну, для меня. Так, 15-20. Я возьму здесь, наверное... Давай возьмем Железноголового. Это как страховочное наше лицо будет. И остальную команду. Так, поехали. Поехали.
Так, ребят, спрашивают некоторые, почему ты перестал снимать с камерой? Ну, во-первых, ребят, вы сами мне пишете, что камера вас отвлекает, мешает. То сделай ее поменьше, то сделай ее побольше, то в правый, то в левый угол. Вы даже сами не можете определиться, куда. И поэтому я подумал, что, наверное, без нее будет лучше в таком случае. Поэтому я и не снимаю сейчас в данный момент без камеры. Так, давай, наверное, добьем его все-таки. Так, Бибоп решил сделать иммунку. А если мы вот так сделаем? Дрона вызовем. Да ну, этот дрон вообще полный шлакобой. Слушай, если мы сейчас Леонардо не уничтожим, скорее всего, Леонардо кого-то уничтожит у нас. Или не уничтожит. Давай бросим гранату. Хильнемся. Вот что нам нужно, обязательно хильнуться, потому что здоровье уже потрепанное. Донни, ну куда ты лезешь? Да вообще не можем пробить. Ты прикинь, 55 уровень. Это что за шлакобой, а? На. Падай. Давай ножичками. Шук. Можно было бы, конечно, и лучше бомбануть. Так, ребят, сегодня скачал. Ну, купил, естественно, и скачал новую игрушку. С этого, с Эпик Шторма. Так что сегодня на втором канале, наверное, все-таки будем на нее делать обзор. Так что, если что, заходите и смотрите. Но, правда, не сегодня, наверное, скорее всего, завтра или даже послезавтра. Потому что пока сниму, пока приготовлю, пока загрузится, в общем, время придется. Но учти, что игрушка будет. И кто-то писал, почему-то перестал играть в Кармона. Ребята, элементарно времени не хватает. Не то, что на втором канале, даже на первом канале не хватает времени что-то снять. Но как только все у нас устаканится, все, естественно, ребята, вернется в свое русло. Так что бывают такие временные проблемы, я думаю, у каждого. Так, ну что, возьмем, наверное, зэка. Возьмем. Так а что, зэка, наверное, и будет достаточно здесь. Он бросит бомбочку, он 100% отнимет довольно приличное количество здоровья у противников. Ну, а там уже нашим ребятам просто надо будет постараться добить. Массовиков, конечно, нету. Кроме зэка. Ну-ка, смотрим. Ну вот, уже хорошо. Уже хорошо. Вот сразу же надо ложить майки. Дальше желательно бы. Вот, Шреддер, потому что он тоже у нас хил. Так, хан. Хан выпендривается. Тыч. Блин, ты посмотри, что творит. Бросим баллончик. И. Блин, надо Криса добивать. Так, теперь, естественно, Донни. Ну и уже Хана добивать. Все. Ну, опять же, ребят, не было бы зэка, фигушки мы здесь выиграли. Только за счет него. Поэтому я всегда и беру довольно сильного персонажа. Одного хотя бы, чтобы просто не упасть в грязь лицом и выдержать каточку. Ну что у нас тут? 15-20. Они не хотят давать мне 16-21, я смотрю. Ни в какую. Ладно. 15-20. Здесь я возьму Ванюшу. Раз, два, три, четыре. Блин, хотел скачать Снайпер Элит. Со Стима ее вообще купить нельзя, ребят. Ну, новая часть Снайпер Элит 5, как вы знаете, вышла. Хотел в нее поиграть, так как четвертую часть и третью я прошел. Ну... купить нельзя. А через вот эти вот тенге Казахстан, это, знаешь, как-то не мой конек, потому что там такая переплата дикая идет. Игра сама по себе недешево стоит. Так что будем ждать, сам знаешь, чего. Ну что, 47-я позиция. Вот, 16-21 наконец-то дали. Я возьму сюда Макмана и... ну, вот этих вот ребят. Опять же, смотри, в чем проблема. У них уже 61 уровень. 61. Я еще 55 отыгрываю. Так что надо быть на чеку. Макман, ты у меня справишься с этими ребятами-то хоть? Со своим вот этим ураганчиком. Так. Вот. Вот этого я и боялся, в принципе, ребят. Сейчас что-то будет. Блин, очень жуткое, ужасное и противное. Ну, не подведи меня, Раф. Красавчик. Нет, такие риски что-то мне не устраивают. Макмен, он, конечно, хорошо бомбанул, но он их не добил всех. Он оставил чуть-чуть здоровиться.
Мне вот это вот чуть-чуть зароется, чуть было сейчас, ребята, мне не вылезло боком. Так что пошел-ка он нафиг, и мы сделаем с тобой проще. Будем брать... Вот Бакстер, Стокман... Не, я тормогош, подожди. Вот Бакстер, Стокман, я больше чем уверен, один справится. Да и к тому же тут 59-61 уровень. То есть, если мы вызываем с тобой смертельную волну, она, ну, 100% повесит постепенку. Тем более на такой низкий... Ага, у нас еще и Рафаэль к тому же первый ходит. Вообще замечательно. Вот, ну, проверяем. Ну, о чем я тебе и говорил. Бакстер, конечно, красавчик. На сотом уровне он просто отжигает по полной программе. Ну, вот и все. Так, ну что, побежали далее тогда? Что нам тут, как говорится, бояться? Ну, а вот и Сёгун 3 звезды. Замечательно. Так, Сёгун 3 звезды, давай-ка искать 16-21. Уже, в принципе, они сами дают мне на постоянной основе. Так что нечего переживать. Армагон. Раз, два, три, четыре. Ну, с Армагоном тоже все понятно. Одной плюшки будет достаточно, чтобы эти ребята просто отвалились. Ведь так, Армагон? Конечно. Другого и быть не могло. Ну что же, поехали тогда далее. Так, с 94-й позиции мы переходим на 72-ю. Ну, я тебе скажу, что в принципе идем неплохо. Возьму Лео. Так, подожди. Возьму, наверное, Криса. Да ш... Ну ладно, пускай спринтер будет. Раз, два, три. У нас сколько откатов? Всего лишь 22 штуки. Ну, если брать будем одного супер шредера нашего, то это очень... Это очень много. Если же мы будем их брать вдвоем с кем-то, то это всего на 10 поединков. Ну-ка, Крис. Отлично. Я представляю, да? Чехлорис просто взял так, тьф, с разбега. Вот этим пробивным ударом в животяру. Хотя, по большому счету, черепашки бы ничего не было, потому что у нее панцирь. Что спереди, что сзади. Если он только в другое место не зарядил, тогда, да, тогда я ему не завидую, черепашонку. Так, ну что, берем, наверное, Усаги. Раз, два, три. Так, Усаги плюс Рахзар. Интересно, получится ли здесь. Ну, Рахзар, если что, возьмет, конечно, провокацию на себя. Но тут массовики-затейники. Причем все черепашки из разных вселенных, блин, да? Тут у нас есть вселенный фильм. Тут и комиксы. Так. Смотрим. Иммунитет вешает. Ну, прикольно, друзья мои, получилось. То есть у Усаги довольно тоже неплохой постепенный урон, потому что эти два охламона просто отдуплились, хотя у них половина хп где-то было. Окей, давай смотреть дальше. И переходим мы на 21-ю позицию. То есть 29 ступенек пролетели, вообще шикарно. Ну что, я возьму Донни плюс Рафаэль, Майки, Джастин и Змейка Вьюн. Здесь я абсолютно ничего не боюсь, потому что тут мы их просто разорвем в клочья. Я даже не буду здесь уклоняшку ставить. Минус один уже сразу же. Сюрикены в бой. Чего? Минус два. Минус три. Добьешь? Нет. А так? Да. Джастин, как всегда, ребят, на добивке, на подхвате. Ну, слава богу, хотя бы с этим справляется делом. Ну что? Блин, я думал сейчас в Лигу Сёгунов, точнее в Лигу Мастеров перейдем, а нифига. 16-22, ну что же, 16-22, берем супер шредеры. Раз, два, три, четыре. Но если честно, блин, наверное, я все-таки, ребят, перестрахуюсь. Супер шредер один, он, конечно, хорош, он силен, но вот чтобы всех завалить их, вряд ли получится. Хотя постепенно, да, да, ребята. И, кстати, они погибли. Они хотели сделать после шредера ход, но погибли. Так что нейтрализатор он бы просто не успел даже помочь нам. 83-я позиция, и мы уже в Лиге Мастеров. Одна звездочка. Замечательно, давайте ко мне
Слушай, они не дадут, скорее всего. 16-22 пока идет у нас. Подожди-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем вот так вот. Крэнк во главе нашей команды. Я не знаю, что мы сейчас будем делать. Луч, скорее всего, да? Луч с технодрома. Хотя многие говорят, что второй удар будет посильнее. Ну, давай сделаем. Он же, по-моему, еще ослабление вешает, да? Не знаю, как там ослабление, но он бомбанул не кисло. А, вот он делает. То есть возможность не положить на себя антииммунку. Вот такая вот штука. То есть нельзя снять с себя будет всякие там эти дебафы. С 83-й позиции мы переходим. 61-я. Замечательно. Так, 16-22 все по-прежнему так и сохраняется. Так, Супер Шреддер, выходи. Ага. Оу, а у нас уже бойцы, друзья мои, заканчиваются. Хм, как-то быстро. Только увлекся, уже все. Финита ля комедия. Ну что, поехали. Начинаем шиповку делать от Супер Шреддера. Так, вот это опасно. Вот это опасно. Ну-ка, Донни, я надеюсь, ты не подведешь со своим метеоритом. Замечательно. Красавчик. Добить все-таки у него получилось. Хотя я немножко сомневался, потому что есть такой грешок за ним. Может не добить. Итак, 41-я позиция. Ну, Лига Мастеров 2 звезды сегодня однозначно будет получена. Однозначно. Так, 66-й уровень у наших противников. На всякий случай возьмем вот так вот. А там уже придется по два брать. Например, Супер Шреддера и опять же Армагона или Леонардо, чтобы справляться с ними. Так, тут, значит, Рафаэль, да? Все, ребят. И этого добиваем. Эй, карайка, карайка, это ну что ты? Хвостом своим бомбануло и даже не смогла его добить. Хотя он был подранок. Так, ребят, ну что, 20-я, да? Да, 20-я позиция. И везде вот этот майки. Везде, ребята, майки классика лезет. Ну что, здесь уже придется, наверное, все-таки брать двоих мощных. Раз, два, три. Да, бойцов все меньше, меньше и меньше. Ну-ка, шиповочка. Обожаю, обожаю, когда вот так вот делается. Один, конечно, избежал на себя, чтобы повесили постепенку. Все-таки ураганчик Макмана. Довольно сильный удар. Единственное, что если полный здоровье противника, он может не добить. Ну, а мы с вами перешли в Лигу Мастеров 2 звезды. Это уже обалденно, ребят. Так, 16-22. Возьмем, наверное... Давай попробуем немножко нестандартно сыграть. Возьму я, например, Ваньку и Бакстера. Я знаю, что есть определенный риск. Потому что если у них инициатива подведет, то это будет все, это будет фиаско. Гранатомет от Ванюши. И волна от Бакстера. Нет, никто не подвел. Инициатива все отлично была. Ну и как видишь, мы победили здесь. Естественно, переходим дальше. На какую позицию? Где-то 70-я будет, да? 78-я. Угу. 78-я, ну что, Армагон плюс Леонардо. Раз, два, три. Сколько у нас там получается? Раз, два. Еще один, ребят, поединок. Вот этот вот и следующий, и все. И бойцы наши закончатся. Ну, ты сам понимаешь. Сегодня дело в бусте было. В бусте, в капусте. Так, Лео, дошинкуй. Замечательно. Ну что, поехали дальше, продвигаемся. Потихоньку, полигоньку. Где-то около 50 будет. Около 58, около 50. Так, 17-23 уже дают. И последний у нас поединок. Я возьму Армагона и возьму Усаги. Да, раньше вот эта команда Армагон Усаги топово рулила у меня. Так что все окей.
Ну что, супостаты, стоите тут, улыбитесь. Блин, Усаги, ну что ты так слабовато-то обманул, а? Надо было их всех добивать, как говорится. Но тем не менее. Ладно, ребята, мы здесь прошли, как ты видишь, идеально. И это был последний поединок. Позицию мы занимаем 40-ю. Слушай, ну я считаю, что это неплохо. Так, в магазине, дай-ка я гляну по предметам, что у нас. Не хватает осколков, но это понятное дело. И здесь пока тоже нам нечего купить. Так, давай зайдем в испытание. Ну и сам знаешь, да? Попробуем вытянуть. Еее! Прикинь, с первой попытки, ребят, 3 ДНК на коже голову. Ну это же круто. Согласись. С первой попытки просто хоп и все. Ну а теперь, естественно, будем пытаться выудить жетоны. Вот, 50 штук. 50 жетонов, ты прикинь. Это очень, кстати, круто. Ё-моё, соточку уже вытянули. И последняя попытка, 3 бакса. Замечательно. Так, сколько у нас ДНК на коже голового? Дай-ка я посмотрю. Сколько у нас там, да где он? Так, вот он. Ребята, 91 ДНК, еще 9 штук и все. Все, он станет 5-звездочным. Замечательно. И у нас, смотри, тут все. У нас остается-то шиш да не шиша, ты посмотри. У нас остаются кролики, рокстеди, рокстеди и слэш. И все. Пси. Да, ребята, и останется только прокачивать скиллы. Блин, ну с кроликами, конечно, мы намучимся. Хотя 71 ДНК. Так, еще раз, ребят, напомните мне в комментариях, в каком сюжете у нас фармится кролик. По-моему, Усаги, да? Да, вроде бы как Усаги. Подожди-ка, а как же... А как же Пит и эти все ребята? Чё-то подожди, я не понял. Они что у нас... А, ну конечно, ребят, ничего себе, я там обрадовался. У нас еще Бибоп, Роквелл и Гулупит. Я думаю, вроде бы это мутанты-то тоже еще недокачаны, конечно же. Они просто здесь оказались из-за уровня. Уровень у них высокий, поэтому их сюда перекинули. Но все равно. Раз, два, три, четыре, пять. И там три. Восемь персонажей и все, ребят. Ну что, а на этом, наверное, все, ребята. Будем закругляться. Больше мне пока здесь делать нечего. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Хотя, стоп. Пицца, оказывается, еще есть, поэтому почему бы ее не потратить с умом? А именно, давай начнем искать слизезащитные эти очки, которые фиг найдешь, блин. Так, одни есть, а нужно 5. Вторые. Так, пошла мазута. Ну что ты? Так, третий. Да, все, ребят, пицца закончилась. Ну и заканчиваю я эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.